слышала, сказал он или нет, но было жутко холодно. Все. И снова вверх идем. Славно. Похоже, он снимает, чтобы я не позорилась и поднималась, и не стояла по полчаса. Это фистел. Здесь вроде как самая высокая гора. Какая она классная! Чтобы вы понимали, как мы дальше пойдем. Вот там вот есть гора, вот так вот высоко-высоко, вверх-вверх, по самой верхушке, вот так, и туда. О, посмотрите, как мы сушим носки. Сакс! Пойдем. Мы добрались до снега, и здесь поднялся туман, и рядом со снегом цветет много-много цветочков. Слушайте, ну лес реально, это вообще незабываемый волшебный лес. Волшебный лес, как в сказках, вот в старых-старых русских сказках. Класс! Очень круто! It is a wind. Зима, короче, по-русски говоря. What is that? It is a camp? Low camp. We go further than that camp. Okay. Are you hungry? No. Okay. Are you? No. Let's go to the camp and then have lunch. Sure. Yeah. Mm-hmm. And also we just stay there. Ta-da. Maybe 2 hours. Is that cool? It's okay. Easy. Easy, thanks. Мы пришли в low camp. Мы решили, что мы не есть не хотим, не пить не хотим. И сейчас мы пойдем через него. Вот. 2 часа пути нам до нашего кемпинга. Ну, что-то в этом роде. До нашего лагеря. И там мы пообедаем. И настроение поднимется. Please. My dad want something like this, but I say no. Why? It's mine. But maybe sometime I gift. But
I don't know. It is the snow on the tree. Видите, да? Снег. Нахрен я уехала из Москвы? Там тоже был снег. Если мне хотелось по горам полазить в снегу. Екатерина. Hey! Hey, guys! Woo! Я утеплилась и поняла, что я слишком толстая для этой дороги. Я не прохожу, понимаете? Короче. No, thank you. No, thank you. Арис. Вы видели? Нет, вы это видели? Я просто огонь. Короче, это какой-то там хил. Я не поняла, потому что я борюсь с желанием помереть и всех убить. Я устала как собака. Не, ну здесь прикольно. Правда, конечно, ничего не видно. Все затянуло. Я вот иду и думаю. Finally. It's very beautiful. Hey, stop. Топим снег. Не знаю для чего. Сейчас спрошу. What you are making? Снеговик. No, wait. Okay, bye bye. Allah, you need something new, right? Made by her. Снеговик. Thank you.
How about you? Ребят, ну это, конечно, вообще. Надо было столько мучиться, чтобы такое увидеть. Ну тут нечего говорить, реально. Надо было пройти столько, чтобы такое увидеть. А говорят, будет еще лучше. Но я уж не знаю, что там должно быть, конечно. Но здесь просто офигеть. Особенно восход. Я оделась как капуста. I feel so good. It's my big bag.